В Люберцах прошло очередное заседание Совета депутатов. Народные избранники приняли устав городского округа и рассмотрели предложение об увеличении количества депутатских помощников. Первым делом на заседании депутаты утвердили устав городского округа Люберцы, главный документ муниципалитета. Накануне его проект рассмотрели на публичных слушаниях. Поступившие предложения и замечания от жителей и депутатов были рассмотрены и учтены в установленном порядке. Данный документ будет направлен в Министерство юстиции для регистрации в установленном законом порядке. На это законом отводится один месяц, но мы надеемся, что регистрация пройдет быстрее. После регистрации устава Минюста мы должны будем его опубликовать в официальном источнике опубликования. Кроме того, на заседании совета люберецкие депутаты приняли решение увеличить количество своих помощников с 2 человек до 10. У нас сегодня достаточно большие округа. Такие депутатские, да, избирательные округа. Большое количество избирателей наших. Я тоже лично не вижу ничего плохого, если те люди, которые активно участвуют в общественной жизни нашего округа, да, и будут при этом иметь какие-то определенные, сразу говорю, для прессы неоплачиваемые полномочия, да, это общественная нагрузка. Я не вижу ничего страшного, да. Помимо этого, на встрече народные избранники утвердили структуру контрольно-счетной палаты муниципалитета, а также рассмотрели вопрос о порядке осуществления ее полномочий. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.